Всем привет, с вами Паша и Катя. Всем привет, и как вы уже поняли по названию, сегодня Паша будет угадывать вкусы моих поцелуев. Мы купили вот такие бальзамы для губ, они фруктовые, здесь 8 штук, и я сейчас буду красить губы, и Паша будет пробовать угадать, что за вкус. Давай, знаешь что, давай делать ставки, 8 штук, как думаешь, сколько я угадаю? Ну, штук 5-4 точно угадаешь? Мне кажется, 5 штук, это прям 100%. Паша, закрой глаза, я сейчас беру вкус. Я что, по-честному даже вот так отвернусь. Все, можно? Да. Я не знаю, что-то фруктовое. Фруктовое, логично. Блин, дай сюда. Не, я не знаю, но это фруктовый пунш, наверное, так и есть. Да? Нет, не угадал. Ну, давай еще. Блин, вообще не чувствуется ничего. Ну, это киви, наверное. Нет, ладно, ты не угадал. Это малина. Ну, вообще не чувствуется малина. Мне кажется, просто фруктовый какой-то вкус. Посильнее. Прям маш нормально, так чтобы я мог ее покушать и понять, что за вкус. Давай. Она сладенькая. Что это? Я не могу понять. Это фруктовый? Это клубника. Киви. Ваниль. Ванильная. Да нет. Фруктовый? Пунш? Мне кажется, это... Нет, это очень сложно угадать. Ты не угадаешь. А, это сладкая вата. Да, это сладкая вата. Я поэтому что понюхал, и она пахнет конфеткой. Да, вот это, она такая... прям конфетная. Прикольно. Да. Я угадал. Один есть. Ну, ты с подсказками. Какими подсказками-то? Ну ладно, следующий. Давай. Давай, может, сделаем мне 3 попытки? Ну, давай. Потому что я могу перечислять, да, и точно да, угадаю. Да, давай. Ну, ты давай мне тоже подсказки, наверное. Хорошо. Это ты должен угадать. Может быть, цвет какой-нибудь этого фрукта или... Ну, фрукт. Давай. Я знаю, что это арбуз. Да, арбуз, это арбуз. Вот он прям чувствуется. Он очень чувствуется. Он так вкусно пахнет. Вообще. Вот этот арбуз прикольный, мне нравится, сразу почувствовал. Да. Четвертый. Так, что это? Ага. Я бы, наверное, не угадала это, хотя... Давай. А, подожди. Ну, давай. Ну, ты по цветам не знаешь, какие они. Блин, я не могу понять. Так, что это за вкус? Так, ну, она давай. Просто помадой, просто да, бальзам она... для вкуса обычный. Да, да. Фруктовый пунш? Нет, так, раз попытка. Ванильная? Два. Манго? Нет, это клубника. Блин, вообще клубника не отдаёт. Вообще, отдает. Да. Странно. Это какой-то развод. Закрыл глаза? Да. Закрывай. Следующий. Давай. О. Вкусно. Подожди, ну что-то знакомое. Да. Дай-ка ещё разок. Не съешь меня. Да блин, на огурец похоже. Я не знаю, что это такое. Это не огурец. Это киви. Да, это киви. Наконец-то я с первого раза угадал. Ну, если честно, наугад думаю. Ну, вроде похоже на киви. Не, похоже на киви. Ну, чуть-чуть. На огурец. Так, что это? Такой чудесный он прямо. Я вот этот угадаю? Да. Точно? Я надеюсь. Давай. Пахнет апельсинами.
Дай-ка еще раз. Что? Да блин, я не могу, как какие-то они сложные. Это манго? Нет. Фруктовый пунш? Да! Да. Я вообще не могу. А что такое фруктовый пунш? Это просто смесь фруктовая какая-то? Да. Разный фрукт. Просто непонятный фрукт, поэтому я так и сказал. Следующий. Да. Не пойму. А ничего не поменялось? В смысле? Все нормально? Да. Да? Не знаю. Непонятный какой-то вкус. Он безвкусный. Ванильный? Нет. Кокос? Нет. Огурец? Нет. Помидор? Никогда. Дыня? Да все! Арбуз? А тебя ничего не смутило по... Ну что, то же самое было, что и до этого? Губки, конечно. Я другой совсем вылезла. Так нечестно, ты чё, блин? Я думала, ты сразу поймёшь, что это что-то не то. Он совсем другой по консистенции. Не знаю, а он типа персиковый? Да, он персиковый. Я следующий хотел сказать персик. Из вас смешно, который я назвал. Так ты жульничаешь, это не считается. Я жулик. Это не считается. Ну нет, конечно. Так нельзя. Так, осталось две помадки. Я готов. Да. Не подсматривай. Давай. Вот вкус просто бальзама. Это ванильное? Да. Кис, это танец победы. С первого раза просто профессиональный губной эксперт. Так, надо самой посмотреть, что это. Так, знаешь, чем он дает? Витаминками детскими. Ну, вкус, да, странный. Пахнет очень вкусно. Маракуйя? Нет. Дай-ка еще раз. Какой-то тропический фрукт. Да. Я не знаю. Ну, какой-то... Какой тропический фрукт? Типа дыни какой-то. Нет. Манго? Да. Я угадал. Офигеть. Блин. Ты очень много угадал. Ну он такой прям, вот это чувствуется прям сразу тропики какие-то. Ты прям берешь такой, бац, и пальмы, солнце, море сразу. Сколько ты угадал? 5? 5.5, 1 ты, мне кажется, подсказал. Да, Cotton Candy. Cotton Candy подсказала. А можно ими пользоваться, этими помадами? Можно, почему нет-то? А давай я тебе, хочешь одну сделаю, ты попробуешь угадать. А, ты чувствовала это на своем губах. Ну все равно, давай. Я готова. Так, закрываю глаза. Давай две. Вот я знаю две, которые ты точно не догадаешь. Ну почему? Давай сначала одну. Вот это будет у нас. Давай. Ну давай. Подожди. Давай. Подожди, кис, я не умею мазать. Я же представляю, ты вот так вот губы делал. Нет, просто обычно. Блин, прикольно. Давай я тебя поцеловать. А, как это сложно? Да, это сложненько. Ну и чё? Какие у тебя есть догадки? Сладковато? Нет. Яблоко? Нет. Не было яблоко. Я не помню, что. Ну какое? Киви? Да. Ты с третьего раза угадал. Давай еще разочек. Ну давай. Я скупила. Ну-ну-ну-ну-ну. Скорее. Тихо-тихо. Мне кажется, может догадаться. Ничего. Давай. Блин, что-то знакомое. Что-то знакомое. А вот я был это уже на губах. А, малина! Нет! Это не так уж и легко на самом деле. Причем я знаю, только что мазала их. Ну?
Это... Сладкая вода? Нет! Ты понюхай. Да, это он. С третьего раза. С третьего раза ты угадываешь. Молодец. Ты угадала 2 из 2. 100% попадание. Надеюсь, вам понравился наш необычный такой вызов. Поддержите нас пальчиками вверх, если вам понравилось. Подписывайтесь на наш канал, если вы это еще не сделали, чтобы не пропустить наши следующие вызовы. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока.